Хей, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем проводить игру под названием Ори. Это у нас вторая часть. Хочешь улучшить свои навыки? А, так я еще могу улучшить. 1200. Взрывной удар. Атаки и удар духа в воздухе вызывают ударную волну. Слушайте, принт. А, они дороже стоят. Будь всегда на чеку. Я теперь понял, челик, тебя. Так, подожди, наверх я могу забраться? Не могу. Хотя... Так, ну мне по-любому вниз прыгать. Ребят, мы пока что изучаем с вами местность вообще, что здесь есть. Данную игру, так сказать, мы изучаем. Сейчас бы иметь здесь херню, похожую на телепорт, но не уметь при этом использовать. О-о-о. Даже так. Даже так. Так, мы сюда попозже спустимся. Я хочу проверить. Ага, я вас понял. Это оно есть? Так. Ничего себе, что я научился. Но здесь, как я понимаю, пустое место. Ну, не такое уж пустое на самом деле. Хорош. Ага. А-а-а. Мы, Моки, знаем, где упала совушка. Недалеко от дома, который мы покинули. Тихий лес. Жуткий лес. Идет прогрузка. Непонятно чего. Кволок добрый, кволок поможет. Понимаете, о чем херня? Я не иду по заданию, я иду сам по себе. То есть, скорее всего, будет сейчас такой момент, когда... Кажется, что мне нужно было сначала идти по заданию. Взгляни, кволока падает лишь на достойного. Ну так гласит легенда. Это, конечно, не кволок, а просто статуя.
Да и глаз у нее нет. А раз так, о каком взгляде может идти речь? Тоже мне легенда, эх. Великий Кволок — это никакая не легенда. Он и впрямь существует. Когда свет покинет его духов и начался упадок, Кволок не отпустил руки. Вскоре в лесу, где жили Моки, стало слишком опасной. Если бы не Кволок, им бы просто некуда было пойти, потому что они зовут его своим хранителем. Благодаря ему упадок сюда пока не добрался. Но это пока. Так, стоять. Проверочку делаем. Кволок — это Ки, да? Но он похож очень сильно на кита. Thanks. Что за способность теперь у меня будет? Пассивка, надеюсь. Дуга духов. Вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке E или R. Удержите E. Вы освоили новую... Так, ну давай посмотрим, что за херь. Дуга духов. Вы выпускаете светлую стрелу. О, нифига, подожди. То есть это у меня типа молоток. А, то есть там сразу видно, куда будет стреляться. Понятно. Так сильно маны на самом деле тратится. Давайте я, наверное, вот это все-таки поставлю, попробуем. Ни хрена себе. Он долго атакует. Ну что это за херня, вы видите? Каменный глаз — это причудливый камень в виде глаза, идеально выйдет в каменную глазницу. Спорно, ладно.
Да, я понял. Ну блин, слушайте, с одной стороны, булава это прикольно. С другой же стороны. Не, ну если она так будет бить. Стоит ли туда идти? Подожди, мне кажется, туда и надо. Мне кажется, сюда и надо как раз. Так, да, мы с вами сейчас немножечко вернемся. И сходим в... испытательное. Ну, типа по одной тычке делать. Фиг знает, фиг знает. Ей-богу, фиг знает. Тогда понимаю. Тогда я все правильно делал, нужно было сразу идти наверх. Ладно. Плевать. Только заново теперь лезть. Так, туда можно было пойти, там что было наверху. Вот тут. Просто начинаю бегать по кругу. Лощина к волокам. О. О, мои покупатели с благовонием говорили о неком священном существе. Скажи, твои сородичи часто падают с небес? В своих странствиях я повстречал немало любопытного. О да, кто-то падает, кто-то летает, кто-то бродит, а кто-то скользит. Но все они мои покупатели, им нужны осколки духов. Осколки... Так, энергия. Вы получаете одну дополнительную ячейку энергии. Живучесть. Вы получаете одну дополнительную ячейку жизни. Так, вы получаете две дополнительных. Под резание крыльев вы наносите больше урона летающим врагам. Искусство боя. Шанс нанести 50% дополнительного урона составляет 10%. О, слушайте, это неплохо. Сверхзаряд снижает затраты энергии на 50, но вы получаете на 100 больше урона. Ой, нахер надо. Обмен
максимальная жизнь и энергия меняются местами. Херня. Хотя, с другой стороны, если у меня дохера света, да, или дохера жизни, я могу поменять местами, тогда у меня будет 3 хп и 4 энергии. Как бы. Тройной прыжок. Находясь в воздухе, вы можете прыгнуть дважды перед приземлением. Вот это классно. Ну, стоит. Ну, стоит кое-чего. Так, ну, хорошо. Видишь ли, у нас не возникло разногласия по поводу отношения к странным храмам. Я убежден, что мои превосходные осколки не должны пылиться в забвении. Впрочем, я уже утомился бродить по свету. Может, когда-нибудь открою где-нибудь лавку. Где-нибудь, где не так промозгло. А во сколько стоит улучшение? Так. Я могу, в принципе, купить. Не знаю. Давайте, ладно. А еще можно улучшить, нихера. Благодарю за финансовую поддержку. И понимаете, в этот момент у меня зависло. Словно огромные черепахи. Ну слушайте, я ваншочу их. Ты дух, да? Я видел твое привидение. Нет, серьезно, есть одно место, где бегают духи-призраки. Я как раз хотел побегать с ними на перегонке, но никогда не догнал. Гонки с духами, новый слух. Бьём! Чисто бью вниз водичку, бьём купаться. Я не увидел тебя. Мне еще, блядь, и остриё попало. Вот отсюда нужно прыгать, туда же... Пометка есть. Камень неразрушаемый. Камушек разрушаемый. Думал я. На мне бы тройной прыжок. Давайте я на тройной прыжок пофармлю.
Это опасно, да, но мне все равно так нужно делать. Класс. Как говорится, запорол так запорол. Полетел отсюда. Интересно, мог бы он по мне попасть? Много тупнул, здесь нужно сейчас. Да, надо было его под воду выкинуть. Нафиг мне этот камень вообще здесь сдался. Какого черта? О, тихо-тихо, я могу сейчас застрять. Пронесло. И нужно теперь за энергией идти. Тоже мне. Занятие хорошее. А я могу просто сразу язык выпульнуть, да и все. Будет сейчас прикольно, если я могу сразу язык его выпульнуть, да и все. Да. Нет! Что-то я эту игру стал ненавидеть. ГГ. А я то еще думал, а камень меня может убить или нет?
еще, знаете, музыка такая, и вот эта тупость, что и убегают камни, и камень не прибивает. Полетел отсюда. Ладно, хотя бы у меня есть восстанавливалка. Хотя бы у меня это есть. Надеюсь, вот это, что я сейчас делаю, это того стоит. Жабье логово. Так, там есть... А, я туда достать не могу. Что-то я тупанул. Ау. Бан. Так, давайте думать. Бам. Чик-чик. Чик-чик. Но я сейчас обычным путем туда не поднимусь. Ладно, ну чё. Тык. Сфера. Бык-бык. Сфера. Сфера. Ауч. Ауч. Хил. Тык. Тык. Чик-чик-чик. Так, а чё я хотя бы сделал? Не, а что я вообще сделал? А, я воду, да, собахрил? Полетело отсюда. Ну, в принципе, за две тычки... То, что уносит, это хорошо. Это очень хорошо. Не, короче, я буду до тройного прыжка собирать, потому что тройной прыжок это очень весело. Вспомнить просто предыдущую серию. Там было весело. Так, мне нужно понять, где я нахожусь. Все, я понял, где нахожусь. Окей. Фрагмент ячейки энергии. А, тут то же самое.
Пролетела нахер отсюда. Мне главное понять, куда мне идти. Откуда? Огонь, если клинок. А чё? Я не понимаю, что происходит. Подожди. Оп. А я здесь успеваю хотя бы пробежать? Слушай, ну... Все равно острие очень слабое. Да, лучше это. А как мне байтить? Понимаете, тут даже... Ты не забайтишь. Тебя просто расхерячивает. Тут надо ускорение или что-то типа того. Ладно, пока что рано сюда. Забыл. Я снова забыл. Ладно. А не стоять, мне лучше тогда наверх. Я понял. Я все понял. А если с этой херни? Вот, отсюда можно. Это я сейчас куда лезу? Фрагментик. Вы мне вот это скажите, что? Я понимаю, что это телепорт, но он не рабочий. Походу, чтобы он заработал, мне нужно было все-таки идти туда, куда мне говорили. А не туда, куда я захотел. О, смотрите, что можно сделать.
Опа, видели? Опа! Приветствую тебя в лощине Кволока. Это край владения Кволока, хранителя Тайпи. Благодаря его заботе здесь почти ничего не изменилось, когда пришел упадок. Да, купить за сотку. Благодарю. Лощина Кволов. Ну да, я не вы бы... Мне только сюда нужно было идти. Ну ладно. Сейчас вниз пойдем, потом наверх. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.